МГТУ 85 лет. За это время вуз подготовил свыше 85 тысяч высококлассных специалистов. Сегодня поздравления принимали преподаватели, ветераны, студенты и выпускники. Мы с вами прошли этот путь от горно-металлургического института, академии до опорного университета Южного Урала, идя всегда в ногу с нашим стратегическим партнером ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», с нашим городом и, конечно, с нашим регионом. МГТУ представляет особую ценность для Магнитогорского металлургического комбината, так как является важнейшим поставщиком высококвалифицированных кадров. С момента основания института более 50% всех выпускников пришли работать на комбинат. Университет уделяет большое внимание развитию научных исследований, прогрессивных молодежных движений, спорту, созданию инновационных образовательных программ, продвижению университета на рынке образовательных услуг, расширению международных отношений. Сегодня МГТУ имени Носова входит в топ-100 лучших вузов России.